Покраска облаков. Как прорабы зарабатывают реальные деньги на фиктивных услугах? Вот будет неправильный ремонт, вот тогда пусть суд подает. И почему предоплата мало чем отличается от полной стоимости? Ну что это, поменьше, а вам договаривали 100 тысяч. А также битва полов. Какой ламинат не треснет даже под тяжестью автомобиля? Ремонт по-честному. В субботу в 10:40 на РЕН-ТВ.